Вот и собрана моя палатка. Посмотрите, какая она маленькая, как младенец. Вместе со спальником помещается все в один небольшой пакет. Пакуется на дне рюкзака. Удобно, что у этого рюкзака есть вот такой горизонтальный разрез, горизонтальная ниша, расстегивающаяся просто на молнии. Все поместилось. И пакеты с едой. Это путешествие пока у меня не очень сытое. Ведь все дорого, но я взял с собой еду. А водители поездки по Европе не так уж часто угощают. США — это супер страна, в том числе и по еде. Как я назвал ранее, США — супер школа автостопа. Обязательно получайте американскую визу или просто летите в Латинскую Америку и путешествуйте и по штатам, и по другим странам этих двух моих любимых континентов, двух Америк. Оп-оп. Все. Два маленьких рюкзака. Один, конечно, побольше, 50 литров, а другой на 17 литров с мелкими вещами. Уже упакованы. Удобно, да? И путь теперь. Продолжаем движение в сторону Бордо. Обязательно затягивайте поясной ремень, когда одеваете рюкзак, ведь нагрузка должна идти на позвоночник. Вот, вот так удобно. Весь зазор, спина дышит, и при этом она не так сильно напрягается. А маленький рюкзак одеваем вот таким образом, как сэндвич получается. Или беременная женщина. Можно еще на грудной одеть. Ремень на грудь. Еще будет удобнее. У этого классного, моего любимого, оранжевого, яркого и удобного для автостопа рюкзака есть еще свисток, чтобы отпугивать всех вокруг или, наоборот, привлекать внимание. Поехали!